Йоу, чуваки, с вами нечто и... Некто. Сегодня мы будем делать обзор на Black Ops. Собственно, мы покажем сетевую игру, потому что она самая крутая, потому что сюжет говно. И мы дикие задроты, ну, по крайней мере, я. Ну вот, выбираем пункт, список серверов, начать игру. У меня тут несколько серверов, на которых я недавно играл. Собственно, это все командный бой. Выбираем примерно, ну, самый оптимальный сервер. Играют он. Ну, у меня, по крайней мере, грузит не сильно долго. Но иногда напрягает. Загрузилась я, ну, собственно, у меня есть немного классов, которые можно настроить, их 6, потому что я вошел в престиж. Да, я задрот. Ну вот, выбираем пользовательский второй класс. Так, тут, видимо, убили какого-то чурмена. Ага. И на мигрену. Мы на нее не попались. Пожалуй, кину томагавк. На, и тут меня убили. Ну, не проблемка. Так, идем дальше. Опять меня убил тот же чувак. Как видим, он в глубоком престиже, так что он дикий задрот. Да, так. Поднимаемся наверх. Ну, ничего, никого нету. Да, это напрягает сильно. Да умри, тварь. Что задрали? Да ёп! Мать. Я себя оглушил, это круто. Может, я сейчас убью вот этого мудака, который меня убивал. Да ты урод! Морально, я тебя ненавижу, Вуду! Умри, скотина! Ледина, ёбаная, как говорила бабушка из роликов. Плюс 100-500. Так, и тут... Ура, я убил какого-то чувака с томагавкой, меня тут сразу навалилась орда ублюдков, которых я, к сожалению, не убил. Ну, ничего, не проблемка. Да ёпта мать, я косорую, ёб... Да умрите! Тупые уроды с ножами. Я вас ненавижу. Вас карать надо за это. Ура. Конечно, убил этого тупого урода с ножа. И опять этот Вуду нагрел меня очередью. Да ты его... отлично, помощь. Да я в него полобойму высадил. Ну, опять этот урод с Вуду. Ладно, возьму калаш, попробую. Да опять от гнида. Ненавижу его. Ну блин! У меня что, метка установлена? Что он меня так быстро находит и убивает? Да умрите вы, гниды тупые. Ну отлично. Ну, слава богу, на этот раз не буду. Видим, как он убил, можно это пропустить. Да что вас всех? О, ну это вообще высший класс читерства. Так тебе, скотина. Ура! Полоса неудач прервана. Блять, отличный счет, 4-11. А, блин! О, да, наконец-то. Кстати.
Кстати, в новой Call of Duty, как некоторые могли уже заметить, появилась новый хинт, машинка, которая вызывается обычно с трех убийств. Так, меня опять убил Вуду. Я знаю, где находится. Так. Да какого хера, он не умер? Так, это уже порядком напрягает. Это было чертовски странно. Да. Так, уже бежим. На, фашист, на тут, да что опять ты? Когда ты наконец умрешь или уйдешь с этого сервера? Тупая гнида, и все из-за этого Вуду. А, именно у него последнее убийство. У нас команда нубов. Ну да ладно. На, как видите, он меня убил 9 раз, а я его ни разу не убил. Ну да, я нуб. Хоть и задрот. А сейчас за компьютер садится друг Арсений. Тьфу ты. Некто. Забей, ладно. Арсения. Наконец-то я дорвался до клавиатуры и мышки. Если раньше вы поражались кривоватости рук Артема, то теперь вы увидите, что такое настоящие кривые руки. Ну ладно, Сеня это не такой задрот, как я. Ха. Он сидит и играет в героев. Да, все, что я делаю, это играю в героев. Боже. Печаль. Так, ну, допустим, я возьму АК. Вы думаете, блин, почему они не делают обзор на дерьмовую игру, чтобы мы могли поржать? Не знаю, может так надо. Фок. Но, что сказать, эта игра интересна, особенно интересен ее мультиплеер. Что мы не видели в синглплеере? Ну да, мы взрываем ракету, которая стартует с космодрома Байконур, но это не так интересно, как столь адреналиновые схватки. Только обычно надо крыситься. Почему мы на этом сервере? Вау. Это было чертовски круто. А Вуду ушел с сервера? Ура, мне кажется... Нет, Вуду остался. Но у него странная статистика 1 на 4, и это меня пугает. Если у Вуду статистика 1 на 4, то скоро мир взорвется. А, вместо него теперь Феникс. Они меняются. Итак, тут большая... В этой игре большая возможность кастомизации снаряжения. Ха-ха! Это уже смешно становится. Итак, игра немного подлагивает. Грёбаный фрапс. Ладно, покрысим. I love крысинг. Ой, тьфу, кемпинг. А, боже, я выбрался оттуда, я смог. Как видели, меня чуть не убило газовой гранатой. Это, кстати, тоже нововведение этой игры. Еще нововведение, два ножа. Нововведение, два абсолютно читовских ножа, которые убивают тебя в 6 случаях из 6. Ну, опять Вуду, надо же, он вернулся. Надо же. Мне кажется. О! Феникса! Да ну на! Я смог убить его гранатой. Причем как-то странно убить гранатой. Повсюду слышны грохоты. Кто-то гасит наш радар. Но это не мешает мне убить кого-то и получить неплохое достижение. Ну что ж, талант не пропьешь. Ну я, конечно, был убит быстрее, но... Ну что ж, у меня неплохая статистика. Итак, вызовем машинку. Машинка — это просто нечто. Ну, конечно, когда джойстик ее управления у тебя в руках. Но вот когда она у врага... О, я убил Вуду. Ха-ха. Понял, да? Итак. Тут опять кинул газовую гранату на тёмном пластине. Игра очень интересная. Интересно, в какой раз я это говорю? В общем,
подберем чужое оружие. СС. Мой друг просит меня дружно зигануть всем, кто смотрит этот обзор, да? Знаете, я вам зигую. Я люблю радикальный социализм. Хакер загон. Тоже мне сервер rules. Итак. 8 на 12. Неплохой сервер, что сказать. Тут играют добрые люди, которые убивают меня очень часто. Уж они такие добрые. Ага. Нам нужна победа, но мы при этом проигрываем с отрывом в два раза или скоро уже, наверное, в три. Ну так, что сказать. Если люди умеют играть, то почему бы им не выигрывать? Ага, мы их подкараулим, я знаю, что они идут. Это был лол. Черт. Кстати, можно посмотреть статистику. Ух ты, сколько у них мало человек в престиже-то, а? Ну да. Понятно, какой хороший серф. Так, моя Немезида Феникс, я убил его 4 раза, он у меня 6. Ух ты, неплохо заработал, кстати, мне. Заработал 12 кусков опыта. На этом все. Мы заканчиваем обзор этой наипрекраснейшей говна игры. Предупреждая ваши возгласы: мать твою, почему так мало? Вот так мало. До свидания.